Это офицер Миллер. Я обнаружил кое-что важное. Мартин Браун, ЦРУ. Рой Миллер. Что произошло? Сегодня утром я лицом к лицу столкнулся с Валетом Древ. Мы ворвались в дом. Он был там. Что случилось дальше? Появилась спецгруппа и забрала его. У меня приказ от более высоких чинов, чем у вас, ясно? Я думал, мы на одной стороне. На самом деле, все сложнее. Кларк Паунстоун, спецразведка Пентагона. Группа Паунстоуна зачем-то охотится. Надо понять, зачем. Как вы до него доберетесь? Не я. Ты. Используй всех, кого сможешь. Вот $1 000 000. Наличных не жалей. Надо все провернуть быстро. Что вы знаете? Правда. Он не хочет, чтобы правда раскрылась. Не лезь, Миллер. Кругом наши люди. Проклятие! Они его взяли. Я знаю, что вы сделали. Что я должен сделать? Прикончи эту сволочь. Вас понял. Живым не брать, ясно? Что за игру вы ведете? Мы не отступим. Вижу его. Вы даже не представляете, с чем имеете дело. РПГ! Не брать живым. Смотрите в кинотеатрах.